Москва театральная готовится к премьере в рамках фестиваля «Золотая маска». Сегодня в столичном академическом молодежном театре дают рок-мюзикл в двух действиях. Спектакль «Фома» Новосибирского музыкального театра, номинанта на престижную премию. Что будет аншлаг, сибиряки знали заранее. А вот с каким настроением вступают в борьбу за «Золотую маску» наши артисты, узнаем у Алексея Кудинова. Он на прямой связи со студией. Алексей. Здравствуйте, Екатерина. Ну, буквально несколько часов осталось до показа рок-мюзикла «Фома» Новосибирского музыкального театра на фестивале «Золотая маска». Накануне здесь, в Российском академическом молодежном театре, целый день монтировали декорации, настраивали свет, звук, решали множество каких-то технических нюансов сотрудники нашего театра. Утром во вторник в Москву прилетела труппа, артисты и музыканты оркестра, рок-группы. Несколько часов отдохнули и вечером вышли опробовать эту сцену. Хотя, справедливости ради, давно и очень успешно наш коллектив выступает вот здесь, в Российском академическом молодежном театре. И, наверное, практически все золотые маски, которые есть у нашего театра, завоеваны вот здесь, после спектаклей, сыгранных на этой сцене. Я, прежде всего, стараюсь перед показом их немножко успокоить, потому что сама атмосфера вот этого единственного показа в Москве на сцене прославленного театра перед известными людьми, которые будут оценивать твое творчество, конечно, оно накладывает определенный отпечаток на твое психофизическое состояние. И я всегда им говорю: ребят, главное не зажиматься, главное чувствовать себя спокойно, свободно, как дома. Здесь сейчас пока еще нет зрителей, но понятно, что сегодня вечером будет аншлаг. Говорюсь, аншлаг – это все-таки не стопроцентное заполнение зала, потому что в Москве до сих пор не разрешена полная рассадка. Ну вот очень много людей хотели попасть сюда уже даже после того, как, по сути, все билеты закончились. Я знаю, что и некоторые артисты, действующие нашего Новосибирского театра, приехали, чтобы поддержать своих коллег, которые не задействованы в спектакле, приехали и бывшие сотрудники этого коллектива, бывшие артисты мускомедии, которые сейчас разбросаны по разным театрам России, даже из Беларуси должны быть артисты, много будет театральных режиссеров известных сегодня, композиторов, людей, которые создают мюзиклы на лучших площадках страны. Ну и что интересно, вместе с Новосибирским музыкальным театром, а точнее за ним, в Москву приехал и фан-клуб. Несколько человек из Новосибирска, зрителей, специально прилетели, чтобы поддержать своих любимцев вот на этом показе. Добавлю, что будет только один спектакль в рамках «Золотой маски», и вот сегодня вечером, ночью по новосибирскому времени мы, конечно, не узнаем, никакого результата не будет оглашено, потому что жюри продолжит свою работу, и только в конце апреля станет ясно, в какое количество премий превратились 9 номинаций новосибирского спектакля «Фома». Студия. Спасибо, Алексей Кудинов из Москвы, где сегодня артисты музыкального театра представляют для жюри «Золотой маски» спектакль «Фома».